дорогие зрители! Меня зовут Милена Аминова, и я проживаю в Кугарчинском районе села Мраково. В этом видео я вам покажу красоты нашего района. Наш район – это жемчужина нашего Башкортостана. Здесь удивительно, здесь очень красиво. Здесь каждая травинка, каждое деревце – это часть нашего Башкортостана. Мне здесь очень нравится. Хочу я начать с деревни Каскиново. Это просто удивительное и прекрасное место. И я хочу рассказать вам одну историю. Здесь родился мой прадедушка, встретил мою прабабушку. И они здесь вместе, когда я была еще совсем маленькая, собирали лечебные травы. Дальше здесь выросла моя бабушка. Она гуляла здесь и вообще играла. А далее выросла моя мама. Она со своими подружками, сестренками гуляла, играла и провела здесь свое детство. И не только детство, и сейчас она тоже здесь каждый выходный отдыхает. А теперь и я с моим братиком здесь каждые выходные любуемся этой природой, красотой и играем здесь. Это вообще очень прекрасное место. Сейчас я хочу вам показать лес, но это совсем малая часть этой прекрасной деревни, так как здесь очень много лесов, полян, вообще очень много всего красивого. Давайте я вам все покажу. Thank you.